6 марта в Императорском зале Казанского федерального университета в преддверии Международного женского дня чествовали представительниц прекрасного пола и подвели итоги конкурса «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». С торжественной речью в начале мероприятия выступил Ильшат Гафуров. Весна – это время обновлений. Но наш университет находится в таком состоянии с 2010 года. Мы постоянно движемся. И даже вошел в историю тезис, что самое стабильное у нас – это только наши изменения. Наверное, по-другому и быть не может, поскольку мы должны отвечать на все те вызовы, которые сегодня есть в обществе, в нашей республике, в нашей стране, в мире. Поскольку мы с вами несем ответственность за формирование будущего через наших выпускников. К слову, именно ректор вручил награду самой первой и, пожалуй, самой значительной номинации «Женщины года» за преданность университету была назван профессор Института физики, отдавший альма-матер более 50 лет, заслуженный деятель науки Республики Татарстан Роза Аминова. В этот вечер каждая из победительниц смогла почувствовать себя королевой, ведь им были вручены пышные букеты и изящные ленты, которые были точь-в-точь с конкурса красоты. В зале царила атмосфера праздника, ведь между номинациями перед сотрудниками университета выступали студенты, выпускники и даже профессора КФУ, которые порадовали своими творческими номерами. В завершении праздника ректор предложил возродить в КФУ старую традицию. Ответом студенческой весне дважды в год проводить импровизированные профессор-шоу, отчетные концерты преподавательского творчества. Диана Шилова, Евгений Максимов, Универ Ньюс.